Алена Железнова давно увлекается творчеством. Мама заметила у дочки тягу к керамике еще с детства. Сейчас увлечение приобрело вполне реальное очертание. Поделки не просто радуют друзей и близких. В Одинцово появилась площадка для реализации таких изделий. Сегодня в выставочный центр Алена пришла как на работу. Это все равно очень важно, очень важно. И поэтому вот она сегодня утром рано встала и собралась без капризов, без ничего. Я работать. Она взрослая, она идет работать. Это очень важно. Хорошо было бы, чтобы вот мы могли, ну, даже бюджет свой поддержать. Ну, и у нас уже столько всего накопилось, что квартира в склад превратилась. Квартира как склад ценных работ ребенка с особенностями развития здоровья – нередкий случай. Администрация округа решила поддержать таких ребят. На выставке в Одинцово Экспо они могут реализовать свои авторские работы. Им трудно устроиться после 9 класса, 11, им очень трудно устроиться в жизни. Поэтому мы их ведем в данном направлении по профориентации. Конечно, открываются вот такие интересные лаборатории, мастерские, мастер-классы для того, чтобы дети наши развивались. Союз предпринимателей и семей, где воспитываются дети с особенностями здоровья, может быть успешным. Сергей Арутюнян планирует и дальше развиваться в этом направлении и уже к Новому году готов принять на работу еще 10 подобных семей. Примерно 2 года назад, когда я на добровольной основе стал поставлять вазы из дерева для того, чтобы дети особенные начали расписывать. Вот. Потихонечку наши отношения с Анастасией Владимировной, с Изумрудным городом, они стали развиваться. Вот. Общими усилиями мы вышли на то, что есть потребность на рынке развивающих игр из дерева в определенной номенклатуре, в определенном ассортименте. На выставке «Мастера России» представлены картины, изделия из дерева, предметы декора и интерьера. Участники с удовольствием расскажут о своих работах и поделятся секретами мастерства. Выставка продлится до 3 ноября. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».